И амаль 8 тысяч детей Могилевской области сёлета отпочнуть у спортивных оздоровленчих лагерях. Школьники обирают такий вид отпочинку, как и весело провести час, и не сгубить спортивную форму. А вот шахматисты Могилева подчас пешей змены еще и турнир квалификационный ладить. Подробности у наступном сюжете. Я играла только 3 партии, и 2 проиграла, на одной сдалась, потому что у меня уже был голый король. Но все равно надеюсь победить. Я побывала в этот спортивный лагерь, потому что очень люблю шахматы. Я занимался шахматами дома и мечтал в шахматы попасть. И попал. И попал. Спортивный лагерь для выхованцев областной школы Олимпийского резерва по шахматах и шашках начинается с квалификационного турнира. Певная колькость перемог принесе юным шахматистам черговый разряд. Такой проверки своих сил после года тренировок чекали все. Шахматы – это очень сложно. Ну, ты стараешься? Да. Как игра идет у тебя, расскажи. Ну, 2 выиграл, 1 проиграл. Так. Ну и на что рассчитываешь в итоге? Что я сдам на разряд. А каб спортивные достижения были больше высокими, для наведывальников таких лагеров предугледжено полепшенное харчевание. Нам на обед давали борщ, драники, компот и кексы. Так вас хорошо кормят? Да. У коридорах за выступление детей хвалюются батьки, чекают удалых партий, але корыстная занятость летом уже добра для их выник. Интерес есть, проявляют, но уже хорошо. Какие-то плюсы, не сидеть дома в квартире, надеемся на лучшие результаты. Спортивные лагеры в области с каждым годом только набирают популярность. Все лето у них отпочнуть амаль 8 тысяч детей. Детей столько, что мы в одном помещении, это соседи, не помещаемся, поэтому здесь, вот, наверное, человек около 50 на Якубовском. Ну и у нас еще есть помещение на бульваре Ленина. Там, наверное, поменьше. Там здесь младшие, там старшим. Там, наверное, человек от 30 до 40. За тыдень турнир скончится. Але наперед еще будут спортивные забавы и экскурсии по Могилеве с походами на выставы и у кинотеатры. Снежана Крыжевич, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новини региона.